Хабаровском крае России в поселке Корфовский обрушился подъезд жилого дома. Причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, жертвами трагедии стали 5 человек. 2 мужчин, 2 женщин и 1 ребенок. По словам спасателей, под завалами могут оставаться люди. Всего в рухнувшем подъезде проживали 17 человек. Еще один в этот момент находился в гостях. Жильцов 2 других подъездов дома эвакуировали, их разместили в местной школе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На территории района введен режим ЧС.